Hər vaxtınız xeyir, 10-cu bölümdən qaldığımız yerdən davam edirik. Çayımızdan bir qurtum içdik. Məsləhət görürəm sizdə çay səsiz, yaşıl çay özəlliklə. Ümumiyyətlə gün ərzində yaşıl çaya daha çox üstünlük verin. Aa, zəng gəlir. Demək, qəşəng hamamımız da var. İşığımızı söndürək, qapımızı bağlayaq. Telefonumuzu götürək. Алло. Ай, Вито, это Эдди. Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно, а в чем дело? Не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Demək, zəng vuran Eddie-dir, deyir, hər şey əlinə nə varsa, işi və atqınan, tez Joe gilə gəl, deyir, nə məsələdir, deyir, telefonda danışıq, deyir, telefon danışıqı deyil. Sənə nə deyirlər, onu elə adam beyninə oynamaq. Kostüm seçək özümüzə, minə normalli, normal yox, minə bir şey. Gə bunu götürün. Gə də bunu götürün. Повестина йог. Полевой униформа йог. Кожа куртка. Окей. Кефтурдюч. И не надеюсь. Сухтух чуле. Bir dənə maşını götürək. Okey, Eddie ilə necə gedək? Joy ilə gedək, görə qəşək yolumuzun üstündə maşımızı da düzəldək. Qəşək. Oradan qadın qışqırır ki, Vadi Notik, bir sürməyi öyrən. Əlimdən gələn edirəm, mən neyiniyim? Nədir, nə olub hala? Söyə getdik. Yenə siqnalı dəyişmək olsa da, olar ki, qanqırıq. Oy, 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 ara kəsmə. Necə bir selfie eləcəsin, deyə mənə? Gəl. Gəl də gəl. Öldük. Öldük. Dəzən qlava ona, bölüm onu başlayır. Ay, o neydi, ay Allah. Lazım idi. Ay, da indi bir də bu anları yaşayacaq. Amma babat öldü ya, hə? Ay, da telefonun götürdü, aferin. Danışmıram, qov vaxt getsin. Alo. Ay, Vito, это Эдди. Да, Эдди, в чём дело? Всё бросай и приезжай к Джо. Да, ладно, а в чём дело? Не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду.
все, getdik. Daha ehtiyatla sürelim. Desem yalan olar. Ölüm sürelim de karşılığımı ehtiyatla sürelim. Sürebilmesem de I'm so sorry. Aha. Sürüşürüz ama aşkına. Öldüyüz, bağışlayın. Доброе утречко, мистер Скалета. Уже мистер ол, акши. Пылламышка, варымыз, пылымыз вар. Ona göre mister olmuşu, motor, motor, ay sabır. Sonuncu motordur, bunu da alırıq, maşın canavar olur. Oy, 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 oy. Adskaya veç, detka. Выбирай дизайн. Приятно иметь с тобой дело. Мотор алды, все чыкты. Sürət əla, sürət qutusu əla. Əlaçı. Suzu düzəldək. Düzəldək. Kalkak. Suda ise arayacağım biz ya. Burada bir silahla burada olmaz. Olmaz olmaz. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вита. Марти, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна, и раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять. Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я еще поговорим, да. Ага. Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Фалькон. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клементе. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клементе. Именно. Сегодня у Клемента большая встреча в гостинице Герб Эмпайра. Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю? Не волнуйся, у меня есть план. Черт, Джо, убери сейчас же. Эдди, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать, ой, то... Бога душу мать, убери немедленно. Ладно, мозги растерял. Ладно, дерганый ты какой-то. Ага, то есть мы средь бела дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе.
Это не перебор? Не боись, она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется, будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взрывать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати, я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберта рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Мартин, что ли? Ну, он же не член семьи. Так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь? Пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что. Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Demeli böyle. Hey, hey Joe. Ну так, что там за работа? Falcon'u aradan çıxarmağın vaxtı geldi. Demeli partlayış etmişdilər bir binada. Axır beynə qarırdı. Neyse bir böyük binada. Missiyamız o binaya girmək, onu çəkmək və Vito istəmir ki bala düşmüş oğlan sol arxadakı oğlan bizlə gəlsin. Bizdən gəlməyin istəmir ki, yəni pis ideyadır. Co ağzına gəlmə o uşağın nə bilim nə oyan bu ya. Belə elə. Разлог вермеды, шей дед, ки, Yığınca olacaq bu binada, planların qabağında bilirlər o binanı, o yığınca olan şuna bax girib usta şəkildə partlatmaq və bombanı qoymaq, özləri aradan çıxandan sonra partlatmaq lazım. Ну же, ребята, расскажите, что в гостинице будет, а? Ну же! А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал все, что тебе надо знать. Эй, да я... Ну, мне же просто интересно, все эти тайны... Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы. В следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. Вы что, правда собирались всю гостиницу взрывать? Марти! Ну все, все, извините. Только словом не шутите. Прости, я больше не буду. Ни слова. Мамой клянусь. Ай, моя машина! Марти да бу бөлімде Мартини өлдірәцейлер. Дейін білесіз. Ну все, вот гостиница. Въезд в гараж с другой стороны. Вставай там и слушай. Все пушки оставим в машине. Еще не хватало, чтобы громилы Клемента нашли их при обыске. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах, заводи машину, будем отсюда делать ноги пронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Клементо снял весь 18 этаж. Это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Встреча еще не началась. П
Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно? С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Климента не приехал. Так что не делай глупостей. Это разве не моя репли? Сәскү қалдырмақ істемір. Будь здесь! Сен бұл ол бұрда. Всегда на вторых ролях. Ир әмші кінзі ролларды. Әмші ролы әлі ұлататын. Ақырынзы сюжетінді бұл ойын үші бұрда олырсын. Сен қапын дөй. Мен көрім ұраларды на бар. Дөй көрі қапын. Чем могу помочь, сэр? Что за черт? Тебе тут делать нечего, уходи! Пути. Слушай, мне правда жаль, что я раньше не успел. Еще минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Прости, я... Хватит уже, пошли отсюда. Вот видишь, все под контролем. Пошли, форму заберем. Форма еще. Вот, надень. Совсем охренел. Так нас не узнают. Надевай. Класс. Поехали. Эй, вы, сюда. Идиот, уберите этот бардак. Уберите эту дрянь, ну. Или кто-то поскользнется и шею сломает. Пошли, быстрее. Эй, вы, наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Да это же Генри. Генри. Да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Окей. Кахнули пару. 100 лет Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клименте. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся, так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь. Ага, отсюда гафы. Самое, блин, время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Просто идите и уберите. Там скоро начинается большая встреча, и если все не будет сиять, босс огорчится. Так что если голова на плечах дорогая, вылежите все до блеска и убирайтесь оттуда вон. Это значит да? Пожалуйста, уходите. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Беспорядок? А, этот. Вы двое, что надо? Ударился головой раз 5 или 6. Так что теперь тут все в кровище, а у нас скоро начинается совещание. Так что уберите-ка все здесь и побыстрее, черт возьми. Окей, не застишься. Вот козлы. Эй, успокойся, да?
Они долго не проживут, вот и все дела. Ха-ха, ну да, помоги мне тут. Бабуна компрессал. Чемени, Ленинштейн, Чемелич. Элье, курс, пахом дерна. Эти не хочешь, лазма, лазма. Окей, запчатка. Блин, мать вашу. Желтый. Так, синий, это плюс к плюсу. Красный, запал туда. Минус синий, тут на крест. Готово. Окей, самое сложное позади. Ага. Там зягери. Все темздевляр, гаши. А, кажется, все чисто. Хорошо, можете убираться. Ладно, теперь пошли на крышу. Окей, не двигайтесь. Бина нам башна там. Крыша. Смотришь на меня в упор и задаешь глупые вопросы, а мне типа не отвечать. Öyle bir girişe demişti. Okey, girişe kal. Aşağıda yüksel zeminler nesə var idi, ev yoxdur, müzəyir qalqı deyir, vaxtımız yoxdur. 18 yıl. Hədə demişlər 18-ci mərtəbədə Klementin yeri. Görüşəcək. Bak, indi aşağı düşək. Sürətli düşürsə düşməyə dəyər. Dedim bə, dedim nəsə var oralarda. Okey, indi qalxaq yuxarı. Вита, Вита, постой, я кое-что забыл. Держи, это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Кол 1911 с улучшенным магазином. Его... 23 патрона, так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего два. Спасибо. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке, давай, пора. Вы оба! Ну чё, блин, красотища! На что уставился? Господи, успокойся, но чёрт, так свежим можно не покажется! Твою мать! Ладно, пошли отсюда. Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени. Фриллер, а? Он на целом ошибку. Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай! Черт! Ну и так! Началось! Убей его скорее, лоды! Ха-ха, это все! Сразу он хотел с тобой ссориться! Сейчас. Давай, быстро, пошли! Кошач. Ваш там без гюле хазер. Открой меня, Вика! И это все, чем меня порадует? Для... Осторожно, там могут быть другие.
Все, гитлич. Кошенек. Başa baxın indi bir dənə oradan ölməyə. Bir güllə sənin bəsdir. Я захожу. Bir dənə güllə bəsdir. Aha. Gedək. İrəliyə gedək. Ай, да уж böyle bak. Şey. Kaşın atışma kurtardı. Şimdi ise lifti çağırmam lazım. Надеюсь, снизу нас не слышали? Какой там? У таких зданий звуконепроницаемые окна. Да и на улице нас с такой высоты не услышат. Пошли, найдем люльку. Вы что это творите, а? Я еще окно не... Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю. Молодец, руки за спину убери. Вот лента, свяжи-ка. Балуя. Считай, что тебе повезло. Остальных застрелили. Ладно, залезай. За работу. Окен багладык. Кетти бая. Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно нет. Поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что? Ты с ума сошел? А если нас накроет взрывом? Не накроет. Мы едва заметим. Надеюсь. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. Отлично, вот и наш этаж. Вита, бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Там загорать. Ага, партаж олазык инди.
все. Готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел? Да, прямо как часы. Вот так. Эти кретины не узнают. Поставишь. Бог ты мой! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно. Пошли глянем. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Фу! Что за... Черт! Господи Иисусе, я чуть на ботинке себе не отбил. Ну и разгром. Эй, прямо землетрясение! Какого хрена? О, черт! Вот везунчик. Ах вы уроды! Клименте öyle bilmedi, tuvaletteydi. Hey, ну мы ему устроили бы хохотать. Да, но дело-то не дело, двигай. Я захожу. И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Мать, гляди, опять ломится. Давайте, уроды. Я вас жду. Три, два. Так, это что еще такое? Уходите отсюда, Мэл. Мы против вас ничего не имеем. Я сижу. Что он убили, я ваш чел. Другой раз бери бомбу побольше, ладно? Ну откуда мне было знать, что Клименте засел в сортире? Не засел бы, если бомба не рванула до срока. Если мы его достанем. Я ваш видели бы, не знаю, мы видели бы делиться. Нет! Нет! Мать! Его убили!
Убей, Вита! Пойдем, да, ты вещи машины. Ему уже не поможешь. Клименты удирает. Пошли. Я убью его. Алло, Мартин, кетис. Он есть, он всякий зашивает. За он шарит. Есть, ты Мартин. Да, думали, это конец? А вот и нет, уроды. Ладно, осталось двое. Я умею водить, ясно? Стреляй, стреляй, стреляй. Он в черном лимузине. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Минус один. Плохо. Дальше Климент. Ой-ой, машина смешная. Не на газ, Вита. Я пытаюсь, Джо. Быстрее! Осторожнее, Витя! Ölmeye mi vakit yaptın sen? Да, думали это конец, а вот и нет, уроды. А помню, мен что-то погламшам. Ведь теперь ölmemişim hemen. Я умею водить, ясно? Просто держи пушку наготове. Не забивай голову. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Минус один. Неплохо. Дальше Климента. Не на газ, Вита. Я пытаюсь, Джо. Сюрдину вурдлар. Давай, все-таки проверим. Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Все. Пиво хочешь? Дай мне номер Эдди, я позвоню. А? Это Джо, дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там. Ладно, ладно, а Климента? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Главное, что делать, всякое бывает? Успокойся. Он был моим другом, понятно тебе? Джо, Джо, не капай мне на мозги. Полегче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Ну, хорошо. Сейчас только переоденусь. Видона demiş ki aparmalısınız delirsən uşağı ora aparmaqla. Yox, heç olmaz, sənə söz verirəm, ala öldüm artıq. Prosti meni malış. Sənin üzündən öldüm artıq. İndi desən prosti meni malış. Necə bağışlasın, öldü da getdi, ölən öldü, gedən getdi. Biz də çıxaq gedək evimizə. Мэм, машину не держу.
выезжаю. Преследую гонщика. Вас понял. Все, я Çek. Tamam, polun oldu. Ocak yanır. Işık söndürdü. Ben de ışık söndürdü. Böyle. Aha, zenk geldi. Телефон четверть. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из Одинокой Звезды. Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Окей, король играет тем в Рубчугуна, Васи. Şeydi, gəl alkaşı götür burdan deyir, konkret içib deyir. Əlində də stop, əlində də silah var. Qalmışam belə, bilmirəm neyini. Elə yenə kesim tanımaq. ДТП, водитель хочет скрыться. Понял. У нас тут въехали, тащу идиота в участок. Ясно. Ага. Гедет Джону бардан götürək. Əlində də silah var, deyir, yaxın durmaq olmur, içki istəyir. Da deyir, ona vermə də içki. Deyir, axı o istəsə döyünəmə, hədələsə, eləsə, zırtdır. Silahla verməyir. Deyir, mənə peşdirsən, mən beynimi xarab eləmə. Sənə deyirəm ona, sənə deyirəm, vermə, mənə vermə. Mənə deyir, gəlin. Deyir, qapını da bağlar, da mənə içim girməsin. Deyir, okey. Talpa malpa söhbətsə də oldu, yəni o adamların orada olmaq, onlara ehtiyac yox, ucu çatdım bara. Okey. Okay.
Geldi, çıktı, bara, arkadan girer. А, Вито, это ты? Где он? Там, за углом. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил, и что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты был прав. Слегка принял, да? Ну и как? Вито, ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. С чего бы это? А? Да. Ты за рулем? Не, на такси. А то сопрут машина. Отлично. Допивай и пошли. Уже уходите, ребята? Марти. Я открою. За тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Черт побери, куда я задевал ключи? Прости меня, малыш. Так не должно было быть. Не должно! О, господи! О, черт. Ой, вурда там. Ты издеваешься? Вай. Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что? Заткнись уже, наконец, и пошли отсюда, алкаш. Ладно, ладно, сейчас. Вай. Bir maşını meydi koyak maşına. Uzaklaşmak lazım. Yalnız çıkıyor şu, niye düşüyor? Mesela öyle gedim evə buraxım. Sakin də bəridir. Maşında zəif, çox zəif gedir. Ondan sonra eve, ondan sonra yine sevmeyik. Так, мы на месте. Постарайся никого не подстрелить по пути к двери, понял? Спасибо, Вита. Извини, если что не так. Слушай, ты звякни мне завтра, ладно? Şöyle düştü, biz de gelirik. Ara.
Maşını zibilliyinə əzməyə, onun qarşısında qorxma da veriləcəyibsə. Gecədir, gördünüz kimi gecədir, hər tərəf qarşısında. Şəhərdə bu dollar götürdük, getdik. Çıxır aradan. Gedək evə. Oy. Belə millət, bu hissənin də sonuna gəldik. Videonu bəyəndinizsə bəyənmə düyməsini basın və nəsəsə oyunlarımı oynadığım oyunları bəyənirsinizsə, kanalımı bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında. Hələlik.